Всем привет! В преддверии новогодних застолий и костюмированных вечеринок мы пришли к выводу, что нам не жить этой зимой без глиттера. Встречайте три идеи по-настоящему блестящего макияжа. Блестки NYX покорили бьюти-голиков по всему миру своим деликатным и очень изысканным сиянием. Поэтому, если вы всю жизнь боялись блесток, я советую вам начать свой глиттерный путь именно с этой золотистой баночки. Глиттер NYX имеет очень много преимуществ. Во-первых, он легко крепится на подвижное веко даже без базы и тем более без клея. Во-вторых, он хорошо держится, очень стойкий, складочки не забиваются и даже если по роковой случайности попадает на щечки, смахивается так же легко, как и наносится. В этой лайт-версии макияжа с глиттером я нанесла блестки на те места, куда мы привыкли наносить хайлайтер. На яблочки щечек, на верхнюю галочку губы немножечко, ну и на веки соответственно. Получилось очень нежно и совсем не агрессивно. Глиттерные губы очень роскошный, соблазнительный вариант. Да, особо с ними в поцелуях не погрязнешь, и не факт, что они переживут все миллион салатов в новогоднюю ночь. Но таким губам точно стоит отдать должное, с ними вы будете королевой абсолютно любого вечера. Тут нам понадобится матовая помада, моя любимица NYX в оттенке Амстердам, обычный клей для ресниц и глиттер на выбор. Действуем по очень простой схеме. Наносим помаду, далее клей и кисточкой вбиваем глиттер. Учтите, что блестки застынут ровно в том месте, куда вы нанесете клей. Блестяшки, конечно, крепятся намертво и смываются обычной мицелляркой или любым другим двухфазным средством с некоторым усилием. Ну и самый китчевый, даже немного трэшевый вариант – это глиттер на веках. Я крепила блестки по тому же принципу, что и на губы, только вместо помады выступал лазурный пигмент с мелким шиммером. Здесь также действуем по очень простой схеме. Сначала по ресничному краю аккуратно наносим клей. Далее в ход идут крупный фиолетовый глиттер. А потом уже для пущего эффекта добавляем голубые блестки с мелким шиммером. Смотрится футуристично и даже немного по-инопланетянски. А чтобы этому образу никак не дать шанс остаться незамеченным, я облачила губы в фиолетовую помаду NYX. Если это видео вам понравилось и вдохновило вас на эксперименты и на покупку баночки с глиттером, ставьте палец вверх. В комментариях обязательно пишите, какой из предложенных вариантов с блестками вам больше всего пришелся по душе.